Здравствуйте, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию одну из популярных серий книг издательства «Бомбора», в которую вошли мировые бестселлеры о тайнах человеческого тела. Каждая книга открывает удивительные факты о человеческих органах, а также загадочные процессы, которые в них происходят. Крафтовая обложка и сквозное отверстие уже стали визитными карточками серии. Это научно-популярное издание, которая может рассказать каждому об их теле. Что с нами происходит, когда мы еще в утробе матери? Как кишечник может быть очаровательным? Что умеет делать ваша кожа? Обо всем этом и многом другом вы узнаете в серии «Сенсация в медицине». Книга биохимика Катарины Вестре «280 дней до вашего рождения. Репортаж о том, что вы забыли, находясь в эпицентре событий», рассказывает историю о вас от зачатия до рождения, от первой клетки до 9 месяцев спустя, когда вы решили появиться на этот свет. Это уникальная хроника событий о развитии человека с первой клетки, где читатель узнает о себе много интересных, новых и внезапных фактов и процессов, которые происходили с ним за 280 дней до его рождения. Интересно и простым языком изложен сложный процесс развития человеческого организма в утробе матери. Узнавая информацию о росте человека внутри, проникаешься состоянием тайны и чуда. Познавательная книга Джулии Эндерс, аспирантки Франкфуртского университета, гастроэнтеролога, «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», повествует об очень важном, но таком нелюбимом органе человека – кишечнике и всей пищеварительной системе в целом. Вся книга состоит из трех больших частей, каждая из которых подразделяется на отдельные главы. В каждой из глав затрагивается много волнующих тем и вопросов. Книга дает общее, но подробное представление о пищеварительном тракте человека и его строении. Приведено описание многих полезных бактерий и не очень. Даются советы, как поддержать микрофлору кишечника. В конце книги имеется алфавитный указатель и список с самыми часто задаваемыми вопросами, ответ на которые можно найти на страницах этой же книги. Мало кто знает, что человеческая кожа – удивительный орган, самый крупный из всех, что у нас есть. Кожа – это зеркало души, экран, где можно наблюдать происходящее в глубине нашей души. Это наша антенна. Она может передавать и принимать сигналы и дает пищу нашим чувствам. Доктор медицинских наук, практикующий врач, известный дерматолог из Германии Иоэль Адлер в книге «Что скрывает кожа?» 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить, очень доступно описывает функции и строение кожи, важные дерматологические заболевания и косметологические проблемы. Книга состоит из 5 частей, каждая из которых подробно рассказывает об этом органе. В конце книги автор предлагает полезное приложение, домашние средства для кожи, а также алфавитный указатель. Книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и самих себя. Все представленные книги есть в фонде нашей библиотеки. Читайте, познавайте интересное с книгой. Это еще один шаг вперед на пути к открытию тайн и загадок нашего тела.